Алкогольный аутсорсинг. В Ярославле начали производить шотландские виски, коньяк и водку известного украинского бренда. Региональные дотации, которые недавно получила ярославская ликерка, позволили снизить цену разлива, после чего на завод посыпались заказы от различных российских и зарубежных компаний. Виски и коньяк в Ярославль доставляют уже готовыми в больших емкостях. Затем в лаборатории проверяют качество, после чего разливают. Сегодня на заводе трудится около 250 человек. Средний уровень зарплаты – порядка 20 тысяч рублей. В начале года на предприятии поменялся собственник. Владельцем контрольного пакета акций стал петербургский бизнесмен Александр Сабодаш. У него 51% акций, остальные 49% в областной собственности.